Сегодня многие уже задумываются о новогоднем столе, закупают продукты. Как нельзя кстати могут прийтись знаменитые камчатские деликатесы. Жители и гости Твери могут их приобрести, посетив торговый центр «Калина». Людей привлекает отличный ассортимент, качество рыбы и морепродуктов. Белуга, нерка, чавыча, белорыбица, ну и, конечно же, красная икра. Всего более 30 видов рыбы и морских деликатесов, доставленных с Камчатского полуострова, можно приобрести в торговом центре «Калина», куда покупатели потянулись с первых же минут работы ярмарки. Мне больше всего нравится белорыбица. А почему вам нравится белорыбица? Ну, потому что она жирная, очень приятная, вкусная. Впереди новогодние праздники, поэтому многие тверичане запасаются икрой и дальневосточной рыбой впрок. Тем более, что ее можно заморозить, и это никак не отразится на вкусе и качестве. Я с Сахалина. Я привыкла ее кушать, и она мне очень нравится. То есть я знаю эту продукцию, поэтому покупаю то, что знаю. Насколько, соответственно, на ваш взгляд, как человек с Сахалина, здесь качественная продукция? Хорошее качество, мне нравится. Выбор, как бы, ассортимент хороший. Ярмарка камчатской рыбы и морепродуктов работает в торговом центре «Калина» ежедневно до 18 декабря включительно.